На Пионерском проспекте полным ходом идут работы по прокладке новой канализации. Сотрудниками муниципального контроля неоднократно были составлены протоколы за нарушение правил благоустройства. Вывоз грунта на проезжую часть, складирование стройматериалов, отсутствие пунктов мойки колес и ограждений. Все это сопровождает строительство. Специалисты геоинжиниринга вняли наконец требованиям и установили сеточное ограждение, а после и деревянные конструкции. Однако установить забор – это полдела. Необходимо следить за его состоянием. Усилился ветер, и на нескольких участках ограждение повреждено. На подрядчика компанию «Геоинжиниринг» был составлен протокол. Установка ограждения при производстве работ, связанных с разрытием, ведется не только с целью прикрыть грязь и беспорядок. В первую очередь это безопасность. Поэтому ограждение высотой 2 метра должно быть установлено еще и со стороны пешеходного тротуара. За прошедшую неделю сотрудниками муниципального контроля в отношении недобросовестного подрядчика было составлено 14 протоколов за нарушение правил благоустройства.